водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было телок много и нервы как канат, но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. 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 И Маринкой ходили в Маринку послушай чистую глинку, бартер туда-сюда. Там сразу без заминки в бартере Маринки все поняли блондинки, я прима и звезда. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. 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 Серега на выставку Ван Гога, там было телок много и нервы как канат, но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. На лабутенах, нах, и восхитительных штанах. 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 Привет, дорогие друзья, с вами Раиль. Это только что был кавер-анонс на разбор этой самой песни группы «Ленинград», песня «Экспонат». Если хотите получить полный, самый полный разбор в интернете, подписываемся на мой музыкальный блог, на «Хижину музыканта», и вы точно получите этот разбор этой песни со всеми фишками, которые я сейчас для вас показывал. Спасибо еще раз за внимание, до скорых встреч, пока! Было телок много и нервы как канат, но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат.